сколько зерна еще остается в полях? К какому сроку хозяйство планирует закончить уборку? И хватит ли емкостей для хранения? В новом выпуске «Агрономики» узнаем, какую урожайность показывают пшеница, соя и кукуруза на разных предприятиях, есть ли потенциал у отечественных гибридов и какой, по мнению производителей зерна, должна быть господдержка. Об этом и не только расскажем в очередной программе «Агрономика» на канале «Мир Белогорья» в среду 23 ноября в 20:00. В любое удобное время все выпуски ищите на сайте mirbelogorya.ru и на нашем канале на YouTube.